приехали на мойку самообслуживания, самомой. У нас в городе есть эта мойка и еще МакКлинер. И проверим сейчас, реально ли помыть всю тачку целиком за 100 рублей. Погнали. Че, я пошел. Это еще при том, что у нас машина не совсем грязная. Вообще прошло минуты три, наверное. Да. Ну вот все вместе сколько было по времени? Мало. Вот тут даже прям коврики можно помыть. А там что, нельзя? Там, блин, а ты успеешь там коврики помыть? Мы были на мойке самомой до этого. Мы так в итоге не смогли всю машину полностью помыть и приехали на вторую мойку. Это мойка самообслуживания Magic Clean. Да, Magic Clean. Мойка самообслуживания у нас в городе вторая, которая есть, которую мы знаем, в принципе. Вот, сейчас смотрим, наблюдаем. Люди вон даже есть, короче, куда повесить коврики. До этого мы даже не смогли коврики повесить, ничего не сделать, никаких процедур, потому что коврики у нас тоже грязные. Это при том, что наша машина еще не совсем грязная, прям не в какашку, а ну такая нормальная еще, более-менее. Сколько прошло от прошлой мойки? Недель две, наверное, максимум. Вот. Так что сейчас проверим эту моечку за 100 рублей. Вторая соточка. Погнали мыть. А, надо, слушай, давай, надо коврики сначала вытащить, повесить все это дело.
реально помыть тачку за 100 рублей. Мы еще даже помыли коврик. Примерно как так. Если понравилось такое видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики. Ну, короче, все, что обычно делают нормальные пацаны. Счастья, удачи вам. Хорошего. 10.50 соточка. Короче, тачка у нас вся чистенькая со всех сторон. В общем, вторая мойка нам понравилась однозначно больше. Там напор сильнее, пены больше. Там само распыление большое, и там пена, короче, наносится дофига. И сам факт прикольный, это то, что можно, когда ты пену наносишь, ты можешь нажать кнопку пауза, чтобы у тебя пена поработала. А на первой мойке самомой там такого не было. Вот это прикольная тема. Мойка Magic Clean. Это у нас просто какие в городе есть самомойки. Мы просто хотели показать вам и проверить вообще, понять сами, какая из этих моек лучше. А что еще мы говорили? А, ну то, что еще прикольный факт есть, то, что можешь коврики свои там прицепить, прищепка вот эта есть для всех четырех ковриков. На первой мойке такого не было. И на первой мойке и напор хуже, и все хуже, короче. Вот.